полтора раза больше, чем в прошлом году, приобретут квартир для сирот края в 2018-м, сообщают «Аргументы и факты на Алтае». Ключи от нового жилья уже получили 170 человек. Всего же на покупку 400 квартир, по данным регионального Минстройтранса, выделено больше 482 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Для сравнения, в 2017-м для сирот купили 262 жилых помещения на 274 миллиона рублей. В Барнауле прошло голосование за лучшие детсады города, информирует Политсибру. В единый день голосования жители краевой столицы приняли участие в рейтинговом голосовании за детсады, которые получат деньги на развитие образовательной среды. Всего голоса за дошкольные учреждения отдали 60 тысяч горожан. И сейчас муниципальные комиссии приступили к составлению рейтингов дошкольных учреждений. Детсад, набравший наибольшее число голосов, получит 500 тысяч рублей. За второе место 300 тысяч и третье 200 тысяч рублей. Средства выделят из бюджета Барнаула. Третий по величине город края отметил день рождения, пишет Рубцовск-Инфо. Праздничные мероприятия в честь 126-летия города прошли во всех его микрорайонах. Старт торжествам дал митинг у памятника основателю города Михаилу Рубцову, а основные действия по традиции состоялись на площади Ленина. Здесь прошла выставка народных умельцев и концерт с участием гостей из Республики Казахстан. Модная молодежная радиостанция DFM начала вещание в Наукограде, сообщила газета «Бийский рабочий». Услышать новое радио можно на частоте 106,6 FM. Алтайский легкоатлет вновь победил, выступая за команду Европы, написал московский комсомолец «Барнаул». 9 сентября в Чехии завершился Кубок четырех континентов. Сергей Шубенков, представляя сборную Европы, одержал очередную победу в беге с барьерами на 110 метров. На этот раз коронная дистанция далась чемпиону мира за 13,3 секунды. Две оставшиеся ступени пьедестала заняли ямаец и француз. Победительницей конкурса «Мисс Барнаул 2018» стала Дарья Вишнева. Теперь она может побороться за звание «Мисс России 2019», сообщили корреспонденты «Комсомольской правды Барнаул». В этом году в финале конкурса «Мисс Барнаул 2018» приняли участие 16 красавиц. Они представили свои стрит-луки, продефилировали в вечерних платьях и прошли интеллектуальный конкурс. В итоге заветную корону получила 23-летняя Дарья Вишнева. Победительница профессионально занимается танцами и моделингом. На ее странице в соцсети немало снимков с различных фотосессий.